Для нас это был первый проект в сфере жилищного строительства. До этого мы занимались строительством промышленных объектов. Поэтому при выборе опалубки самым главным критерием для нас было надежное и долговечное оборудование, которое будет отвечать всем требованиям безопасности. Нам важно было получить поверхность, которая не требует доработки после производства работ, и ровную с точки зрения геометрии конструкции. Оборудование Перри полностью решило эти задачи. К тому же для нас важным моментом было наличие услуги аренды с правом выкупа, и компания Перри смогла нам предложить гибкие финансовые условия. Так как оборудование компании Перри проходит все необходимые этапы контроля качества, не было никаких сомнений, что клиент получит тот результат, на который он рассчитывал. Это правильная геометрия стен, удобное в использовании, надежное оборудование, которое позволяет оптимизировать трудозатраты на объекте. Главным вызовом данного проекта были сжатые сроки поставки. Летом, в самый разгар строительного сезона, нам удалось обеспечить очень высокий по меркам региона комплект оборудования на объекте. Это порядка 700 квадратных метров опалубки стен Трио СТ и комплект опалубки Мультифлекс для перекрытий. 21 тонна металлических изделий, порядка 1500 балок и 2500 квадратных метров ламинированной фанеры. Коммуникация со строительной площадкой велась постоянно для того, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Уверен, что работа на данном объекте станет фундаментом для дальнейшего и плодотворного сотрудничества.